Сегодня я хотел бы немного поговорить о своем налоговом опыте. Дело в том, что я предприниматель уже с достаточно большим налоговым стажем. Индивидуальным предпринимателем я стал до дефолта 1998 -го года. В феврале 1998 -го года я получил свое первое предпринимательское свидетельство. Тем самым плачу налоги как ИП, я уже 23 года, почти четверть века. За это время, естественно, налоговые структуры меняли свои формы общения с клиентами, меняли свои способы выбивания или получения денег налоговых, менялись, соответственно, и налоговые законы, менялись налоговые правила. И вот современная система налогообложения, которой сейчас я пользуюсь и в которой я плачу налоги, это, на мой взгляд, ну, по-настоящему уже очень совершенная система как работы непосредственно с клиентом в налоговой самой инспекции, где по квиточку ты тебя выбирает окно с налоговым инспектором, и ты решаешь свои вопросы легко и просто с инспектором, так и формы подготовки документов для работы с налоговыми инспекциями. В частности, программы, специальные программные продукты, они позволяют... Заранее создать документ, уже имеющий штриховые и специальные трехмерные коды, которые позволяют инспектору уже просто с помощью сканера считать не только документ, как он называется, это есть на каждом ручном документе ручного заполнения, но и все индивидуальные параметры человека, который этот документ подает. Тем самым работа с инспектором ускоряется значительно и, в общем-то, не требует никакого времени. Подошел, показал документ, инспектор ткнул в него пару раз сканером, все сошлось, все работает, и ты свободен. Поэтому я хочу сказать, что действительно работа, которую приписывают, а вообще по общению, у меня так был удачный случай, по общению с начальником нашего областной налоговой инспекции, который лично, естественно, был знаком с Мишустиным, я хочу сказать, что вот этот человек, создавший систему современного налогообложения, а ведь у истоков этой системы стоял даже не Мишустин, а, возможно, еще и Сердюков, наша налоговая система сейчас действительно очень продвинутая система. Это система, которая позволяет человеку без труда разобраться, собраться и полностью общаться с государством, которому мы обязаны, к нашему сожалению, уплатить налоги, общаться с ним достаточно цивилизованным способом. Вот такой опыт общения с налоговой инспекцией в течение последних, ну, почти уже четверти века. Чего и всем желаю. Как-то так.